Тест номер 3. 60 FPS. У меня все нормально. У тебя все нормально? Как же? У меня нормально. У меня 60 FPS прям. О. Не могу. Так, что у нас тут? Благовоние. Приз. Датчик движения. Ну, если честно, что там? Нормально все. Жить можно. А, ну. В принципе, два теоретически можем сделать из трех. У меня, как когда он появился, а я просто стою, он на меня идет. Я думаю, ну все, это пипец, это смерть. А он просто в меня влетает и исчезает. Потом, наверное, через секунды 3 он снова появляется. Вот, просто стоит и кряхтит. Можно он зайти? Я такой говорю, можно мне уже просто умереть? 12-1. Вот, скорее всего, тут. 9, все. 9,9, это она. Я тогда возьму сразу датчики, чтобы одно задание выполнить. Окей. А ты возьми... Я камеру уже поставил, я пойду посмотрю на призрачный. О! А чё, а машина, да, бибикает? А я вот прям слышу, ну, пип-пип-пип-пип. Вот. Когда ты подошел, я услышал это биканье. А. Так, а что тут может быть такого интересного? А ничего не может быть. Все, пошли. Так, что тут по призрачным? Есть шот? Не. Ну, я думаю, время пойти на ОФ посмотреть. А, давай тогда МП возьму. А ты на видео тогда призрачные огоньки со второй или с первой камеры увидел? У меня? Да. Типа у меня было так, что я поставил одну камеру, стоял там в верхнем углу, один раз пролетел. Пять. Ну как по факту сейчас еще 7 минут осталось до ночи. Так, у меня вопрос, куда мне ставить камеру? О, сейчас я посмотрю. Па-па-па-па-па-па. Противоположный угол второй камеры. Второй это вот которая на машину и гараж идет, да? Да, ну вот именно на машину и. Ну которую ты вторую по счету поставил. Вот, так, а противоположный в смысле вот сюда и вон туда? Типа, чтобы смотрел на выходную дверь? Ну, можно и так, давай поставь ее так. Ой, у тебя рассудок 50. Что происходит? Да ладно. Так, что по заданиям? А я не знаю, кстати, я не смотрел. Распятие, блин, не получится. Ну, свечу, соль. Ну, опять два сможем. Не угадал с домом, ладно. А, это, по-моему, шестью комнатами. Это вот это, по-моему, где мы неправильно определили комнату. Да-да-да, это он. Я до сих пор удивляюсь, как. Как так? Да, понимаешь, вот смотрим, но, блин, мы смотрим прям на... Ну, реально, я вот здесь вот ходил, было там 9-8 градусов. Да, у меня, понимаешь... А, ну, вот здесь вот минус 10, хреначит. Ага. Ну что, наши традиции, не изменяем нашим традициям. Интересно, кто быстрее умрет. Блин, показалось, он уже рубанул рубильник. Блин, на втором. Они, кстати, могут сходу там сейчас щелкнуть и все. Вань. А? Ваня, Вань, ты здесь? А, я тут. Чего, меня слышно? А, все, я думал, тебя просто выкинуло снова. 10-4. А, я 4. Вот тут. Вот здесь? Да, 11 было, это скорее всего она.
Это вообще угловая, самая дальняя, походу. Как она называется? Главная спальня называется, во как. Главная спальня. Там за ней еще главная ванная и еще куча всяких главных комнат. А, ну да, там же несколько этой всей. Бонни. Так, а тут у нас вот такой вот выбор. На, тебе камеру. Кого что мне зачем? Ванёк, Ванёк, не вот это. Не знаю, вот у меня термометр тут показывает 9,3. 7,2. А у меня вот здесь. А сейчас я сюда перетащу. Тут тоже. У меня вот здесь он показывал. У меня все эти три комнаты. Вот тут 5 вообще. Не знаю, у меня все эти три комнаты показывает. А, кстати, да. Так, что там, свечу надо подать? Только как ты смотришь название комнат? А я ж Википедию на втором мониторе открыл. И так, поглядываю. Я ж его открываю, чтобы куклу Вуду поискать и, ну, и всякую там дребедень. Так, что надо, свечку надо. Я куда? Я взял УФ и МП. Я возьму соль и... Ой, соль. Датчики нам не нужны. Вторую камеру. О да, кстати, вторую камеру поставь. Вот этот коридор, он вообще тоже считается как отдельной комнатой. У меня здесь был призрак. А у меня нет. Два было. Он еще водичку включил. Он дверь закрывает. А и этот пищит же. МП. Так, камера номер 2. Здесь у нас nothing. А вот ты с фотиком... Да, он дверь... Нет, я с УФом и МП. Имеются призрачные. Сейчас, подожди. О, телефон сел. Так, призрачные есть? На какой камере? Где вот в комнате, в которой ты ходишь, которую я вторую поставил. А, понял. Я тогда возьму фотик, пофоткаю воду. Вот, водичка, фоткой на здоровье. Вот, ну, кстати, интересный совет по плазмофобии. Как заставить призрака сделать грязную воду? Дать ему слабительного. Дальше дело времени. Слушай, пипец, я тут задолблюсь искать атака. Весело, пипец. А, что я на «б» говорю-то? Кто умрет? У тебя 18. Ё-моё. Рассудок 18? Да, вот 14-16, пипец. Мы ж свет нигде... Подожди, ты вышел? Ты вышел? Да, я из комнаты вышел. Ой, из дома. Ля, ты быстрый. Ну скажешь, когда атака закончится. Ага. Может, поможет. Во, я только таблеток бахнул, рассудок выше 50, атака закончилась. Все, чувак. Быстро выеживай и жри таблетки. Отпечатков я не нашел. Я опять забыл поставить свечу. Все, пусть тут горит. Откройся. О, открылось. Я дебил, у меня было МП, я не посмотрел. Ты очень умный человек. Хотя я тоже... просто забыл про него. Бахни таблеток. Может, даже две. О, хорошо. Вот ты наркоман, а. Слушай, надо куда-то МП там втюрить. Да погнали, пошли найдем. Дальше смотреть. Погнали, найдем призрака, в жопу ему засунем все дела. Ага, только... А. У меня предмет сменился, и этот фонарик
Погас. Я думал, что со мной произошло. Убили, вот убило, что ли, на расстоянии или что? Надо свет поврубать, чтоб так жестко рассудок не это не падал. А кстати, подожди, для Мары там нужен минус. Ну слушай, это не мираж. У нас миража, по-моему, чисто физически нету. Ай, упалю. Да ё-моё. Я в полной тишине пытаюсь побыстрее выбежать из дома и слышу твое ай. У меня такой этот пробежался по телу. Толя, я не могу поставить этот ЭМП на... О, поставил, неужели? Да. Опа, он свечку погас. Шустрый, однако. А чё, блокнот? Я камеру поставил на ЭМП. Ага, вижу. Нормально там все видно? Да, вообще идеально, все пять видно. Мне показалось ли, ты дверь мне закрыл, падла такая? Нет, я ничего не закрывал. Опять атака! Я не тебе. А нет, не атака. Нет, атаки нету. Вылезай, там десятка. Там десятка. Поищи. А это он походу появился и мне там что-то фыркал. Ну подожди. Я ж не слушаю ни хрена. Вообще 0-0-0-0, десятка, 0-0-0-0-0, нормально. Он, видимо, показался мне, а я ж не услышал, не увидел его. Ты у нас глухой. Он обиделся. По факту. А МП молчала? Да, вообще ноль. Ля, он мне ударил как сильно. А ты его даже не видел. Слушай, ну... Юрейт сильно бьет, но у нас не может быть Юрея. У нас только... И блокнот молчит. Можешь пойти второй блокнот поставить? Ну, возможно, либо джин, либо тень. Надо их выдрючивать. Я разговаривать не пойду. Вот, еще один штатив прикупил. Ну, да, на всякий. Он наедине отвечает. До свидания. Блин, он же мне бахнет. Ай, ну, смотри за камерой, смотри за рассудком моим, а я пошел помирать. Чё там троечка гудит? Я, наверное, в дальней комнате закроюсь. Там, где МП? Да. Там сейчас тройка. Да и пофигу. И дюнерка. У меня звуков нету, я бесстрашный. Да. Так, дверку мы закрываем. Так, ну чё, я начинаю. Не, просто а вдруг он заспаунится прямо у тебя в этом, в комнате в твоей? Помру и помру. Чё бубнить-то? Дай нам знак. У тебя, кстати, там, возможно, будет двоиться. Голос мой. Да, он двоится. Ты здесь? Выдрюкивать это его, это пипец. Тут проще уже помереть, вот реально. Дай нам знак. Кит. Меняй. Кит, он сказал. Ну хорошо, хоть он не сказал ни kill там, ни dead, ни attack. Иначе бы я вообще не выжил. Это да. Так, радиоприемник плюс. Да, кстати, что я сижу-то? Блин, надо батарейки поменять на мышке. Вот радио. Полтергейс, джин или Мара. А, подожди. Минуса нету. Мара нету. Мары нету у нас. А полтергейст? Отпечатки. Отпечатков я не нашел. Итог? Джин, но для него нужен МП5. Ну это да. Полтергейста не будет, поскольку отпечатков нету. У нас остается только джин. Тебя, кстати, за это могут забанить на ютубе потом.
Все, так и ехаем, нет? Да, ехаем. Ты, кстати, вмонтировать в какой программе будешь? Ну вот это то, что у нас была. Ну как она называется? В ней. Да, это джин. На первое время хватит. Джин. Опять джин, пипец. А у тебя и там был джин, да? Ну, у меня был джин. А там был ревенант. В первой игре. Одна фаза охоты. И одно про нормальные явления. Он, походу, все-таки мне появился. А вот за то, что я вот... Так, подожди, ты еще записываешь на 60 FPS? А, да, уже 6 минут видео идет. Охренеть. Сейчас я посмотрю, что там.